власти Китая объявили о временном ограничении экспорта беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и оборудования для их производства. И почему нам всем тут так кажется, что это коснется Украины, а вот России может и не коснуться? Потому что, ну, мы же с вами видим, что и оттуда все спокойно доедет. Конечно, здесь, знаете, есть один простой принцип. Простой принцип заключается, что все авторитарные страны объединяются, потому что у них общие ценности, когда человек – ничто, и власть находится буквально в узкой политической группировке. Это режимы, которые подавляют права и свободы людей. Китай как раз вот тот самый режим, идентичный тому, что есть в России.